Сегодня 21 декабря, аэропорт Якутск работает по фактической погоде. Метеоусловия – туман. В данное время задержаны 5 рейсов на Якутск. Из Депутатского, Жиганска, Магадана, Белой горы и Тикси. Это связано с поздним отправлением самолетов из Якутска по метеоусловиям аэропорта назначения. Еще 3 рейса отменены по решениям авиакомпаний. Алек, Минск, Тикси и Сунтар.